с этим временем она пока лучшая. Седьмой решающий заплыв. Ну и тут, конечно, не сказать, что все, но так участниц 5-6 есть точно, которые могут и должны плыть быстрее, чем за 1.20. Стартовали. Анна Смышляева, Полина Березкина, Анастасия Михалева, Анастасия Иванова, Арина Соловьева, Дарья Кузнецова, Татьяна Пинская, Ксения Лабзина, Вероника Мургунова, Дарья Богданова. 16.38 старту Кузнецовой. Первые 25 метров. Ну и народ на трибунах завелся по полной программе. Тут, в общем, все прекрасно понимают, что именно в этом заплыве будут определяться обладательницы наград с вероятностью в 99%, которые потом предстанут перед нами на церемонии награждения. Ну и плюс, понятное дело, Кузнецова казанскую акватику представляет. Достаточно много народу, желающего ее поддержать, за нее поболеть. ...54-63 было после 25 метров. Ну и что тут получится? И за 1.15. Да, это, конечно, далековато. Реально далековато от рекорда соревнований. Ну, в принципе, скажем так, на результаты за 1.15 можно было рассчитывать что-то около того. И мы в конечном счете его получили от победительницы до дистанции 100 метров брас. Итак, Дарья Кузнецова 1.14.88. Михалева 1.17.44 серебро. Ну и Арина Соловьева 1.17.47 становится бронзовым призером на этих соревнованиях. Ура! Бурные и продолжительные. Ну и вот, несколько минут на то, чтобы отдышаться, собраться силами. И добро пожаловать на чемпионское интервью. Через несколько минут оно у нас в обязательном порядке последует. Переходим к той же самой дистанции, тем же самым стилем плавания у парней. И здесь у нас...